короче, это спокойно, 5. Спокойно. Парни, спокойно. Спокойно, спокойно. Тихо. Я 5 раз. 5 раз потянулся. Давай не меньше 10. Макар, Макар. Надо, ну-ка пойдем. Все, пойдем, пойдем. Успокойся, спокойно. Это отдушина у них, да? Отдушина. Поколоти что-нибудь там, побить, порезать. Все, ну нервы, что мужчины росли, а что, эмоции, да, перекрестывают. Ну, все, дойди, спокойно, парни. Я 18 делал, я еще 20. Так, ну-ка идем сюда, все. Идем сюда, раз. Я буду считать? Да, пойдем, ты да? здесь. А потом не буду? Макар, ты здесь. Что? Демьян, ты здесь. А когда? Иван, ты здесь. А когда мы будем? Вот сейчас вы будете... по желанию палки крутить, на гироскутере кататься, либо я прятать. Иван, идем сюда. Все. Сейчас я за вами буду считать. Это как? Это так. Это как за вами? Я снизу, либо вам приехать, я сам собой. Все. А там за вами, за вами. Я за вами, сейчас я покажу. Залезли на турничку, держимся, просто встали. Просто встали. Да. Делай раз. Подпрыгнем, подпрыгнем. Семен, молодец, подпрыгнем. Делаем два. Давай с ручками, давай с ручками. Руки, руки взяли, руки взяли. Демьян, пожалуйста. Возьмите две руки, парни, пожалуйста, пожалуйста. Три. Выше прыгаем, тянемся. Четыре. Ноги не подгибайте. Пять, молодец. Молодец, пять. Молодец. Шесть. Семь. Я восемь смогу. Сможешь. Восемь. Спиной. Нет. Смог. Да нет. Смог. Девять. Нормально, давай еще. Я еще прыгаю. Молодец. Красавчик. Десять. Не могу. Надо дать пятюню волшебную. Все, поехали. Десять раз. Десять. Пойдем. Десять, парни, еще раз, пожалуйста. Да. Вот, давай, 10, сделай еще. Стоп, ну, один. 11. Я знаю, что мокрые, вспотели, устали, знаю. 11. Я знаю. 12, Иван. Вина, ради мам, парни, ради мам. Поехали, 12. 13. Сейчас все будет, молодцы. 14, сегодня рекорд ставим. Сегодня посадку потянемся, да, посадку, да. Я уже 17 раз. Сможешь прыгать, нормально, прыгай. Я 17 раз. Молодец, красавчик. 15 сейчас сможешь. 15. Беркут? Это птица такая, орел. 15. Ну, там беркут спортивный. Да, спортивный клуб. 15, давай, все получится. Нормально. Молодец, прям прыгай отсюда с высоты. 16, 17, 18. Молодец, как честно. 16. Давай, сам. Молодец, тихо. 17, Макар, не сдаваться, 17, 18, тихо руки, 19, и на 20 раз мне надо, чтобы вы потянулись и подбородком вот так зафиксировались, вот так подбородочком, да, прям чи-чи-чи, прям вот так раз и повисли, на 20 раз можно повиснуть, ясно, прям повиснуть надо, и 20, поехали. Все, виси, красавчик. Виси, сейчас я всем помогу. Виси, молодец. Стоп, давай, повиси чуть-чуть, 5 секунд хотя бы. Сейчас. Давай. Раз, два, три, пошел. Виси, молодец, давай. Давай, виси. Терпи, подбородком зацепи, терпи. Сейчас Иван придет на помощь. 5 секунд, молодец, Ваня. Все, сейчас я гироскутер достану. Кто прятаться, кто на гироскутере, кто сухой палки. Давай, повисли. Раз, два, три. Все, виси, терпи. Кто в прятки руки поднимите, вот себе терпи. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Я в прятки трогаю. Все, в прятки играйте, сейчас световые мячи, палки достану вам. Я читаю, давайте. Так, я в прятки. Я читаю. Да, а где мама? Иди, пожалуйста, мама. Там внизу. Он один. Смотри, мама, он просто переживает. Два. Он забыл. Три. Сонечки, положи, пожалуйста. Четыре. Он переживает, он забыл телефон, да. И мама не найдет. Позовешь маму? Или ты? Или ты мама? Ты позовешь маму? Шесть. Да, тапочки ложи. Семь. Семь уже. Восемь. Прячьтесь. Девять.
Федя, будешь в прятки играть? Или ты на турничок? В прятки будешь играть? Посмотри, прячься. 12. А ты до скольки? До 50 считаешь? Нет, до 20. До 20 он считает. 16. Только не, ну, по чесноку, да? Не торопись, не торопись. 18. По-пластунски, давайте, 19, бесшумно, бесшумно, не торопись. Давай 20, до 30, досчитай до 30, они не успеют 20, просто. 21, 22. Макар, ну ты молодец сегодня. 23. Сальтухи подел, двадцаточку попотягивался. 25. Если бы только еще эмоции 26, сохранял бы свои, да? 27. А то слишком эмоции, 28, когда вот так расплескиваешь, оно 29, это слабость может быть. 30. Кто не спрятался? Я не виноват, я иду искать. Сразу, если кого увидел, Макар, если кого сразу увидел, не надо сразу находить. Поиграй с ними, поиграй. Дай им иллюзию, что они круто спрятались. Дай возможность ребятам поверить в свою крутость. Так. Этот, я спросил, да, как дела-то? Нормально? Да, да, да. Приехала. Кто сдался? Демьян. Демьян, а зачем ты сдался? А, Демьян, ты... братан, дышать нечем, сдался. Я под матрасом. Ну, он там... А, Макар... Так, ты одного нашел, а где еще трое? Макар... Еще трое? Успокойся, ну, да, еще трое. Федор еще прячется. Ваня вместе с Федором. Макар, если кого сразу увидишь, не подбегай сразу. Не подбегай сразу. Я слышу, не знаю, что здесь... Что там, пыхтит кто-то? Пыхтит, кряхтит там кто-то, да? Не хочет подниматься? Нет, ну пусть посидит. А, понял. Я заглянуть туда хотела, он там. Он сам? То получается раз, два, три, четыре. А Федя спрятался? Так, а Федя спрятался. Макар, а Федюнька где? Ну как бы он на самом видном месте. А, Федюнька, да? Хочешь спрятаться? Спрячься на самое видное место. Иван, аккуратно с нами женщины. Ваня, аккуратно с нами женщины. Я считаю. А, вон он где. Федюнь, ну ты как-то прям это, накрылся просто чехлом и все. Сейчас, погоди, я подключу. Подожди, пожалуйста, положи. Давайте, я еще раз считаю. Еще раз? Все прячьтесь, Ваня. Один. Ваня. Два. Ваня. Три. Прячьтесь. А, стойте, для меня считаю, да. У вас два зала есть, парни. Демьян, давай. А там тоже можно? Да, там тоже можно прятаться. Да все туда, сейчас вас всех найдут в одной куче. Демьян, до тридцаточки, да? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Уже 15 счет. Стоп! Что такое? Ну да, иди в туалет, что-то стоп-то. Ничего страшного, ты еще успеешь бегать в туалет и вернуться назад. До 30 он считает, не переживай. До 60. Нормально, не переживай. Демьян, нормально все, нормально, не переживай. Но они до 30, они уже спрячутся все. 31, 32. Не торопись. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Так, у Макара сегодня 6, ну, осталось 5 занятий, сегодня 6, осталось 5. 45. Это я так просто... Спросить по поводу эмоций, 46. Хочу сразу попутно. Плаксивил, было дело? Ну, нет, ну, этот, эмоции, знаешь, как бы проявляют вот, недовольство, там, чем-то вот ребятами вот задирает, ну, такой эмоция задирается, там, такое. 51, уже как бы взрослый, 52, здесь знаешь, какая штука? 53. Это... 54. Неудовлетворенность 55, своей реализации своих возможностей. 56, не, воплотить хочется 57, это, а вот как бы не получается. Ну да, 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 да. Потому что хочется знать, что сделает. Знаешь, какой момент такой, ага. Вот нет бы выдержать, знаешь, как бы чуть-чуть это как, ну, чуть-чуть 64, потерпеть. А 65. Других получилось легко, и все, я тоже хочу легко. 65, молодец. Ты скажи громко, я иду. Кто не спрятался, да. Поэтому, ну, все это все хорошо. Пройдет, да? Конечно, конечно. Вот, смотри, какая штука. Даже, даже... Это население вам желтая футболка. Бабушка, твоя мама. Да, я хотел спросить, да, матушка, вот смотри, для любимых женщин, для понимания. В
Все перетерпится, все переварится, все перетрется. Надо... Гимнастика дает возможность вытерпеть, выдержать. Это очень крутые испытания здесь мы делаем в виде игры, в виде каких-то забав таких. Но на самом деле это... Блин, это серьезная школа жизни. Вот здесь как раз мальчишки и девчата, и ребят подготавливают к будущему, допустим, взаимодействию с друг другом. Как они будут коммуницировать, как они будут общаться, как они вообще язык найдут. У каждого из них свой характер. У каждого свой характер. Каждый зарулить пытаются, там батю включить, там и прочее, и прочее. До тридцаточки. Опа, стоп. А что такое окей? Отожмись 10 раз сначала, а потом будешь окей мне рассказывать. Окей, что такое? Кто мне скажет, что такое окей? Что такое окей? Ну, он сказал... Хорошо. Хорошо? А что ж ты по-русски не сказал? Хорошо. Лады, добро. Ну, пусть он отожмется. Или ты хочешь с ним отжаться 10 раз? Нет, я хочу. А что, 10 раз? Ты посчитать хочешь? Ты искать хочешь? Федюнь, ну хорош, брат. Ну ты чё? Ну ты чё? Федя, стоп, стоп. Я считаю до 20. Это не отжимание, это ладно. Федя, подойди ко мне, я не чувствую. Смотри, давай вместе. Раз! Давай. Два! Три! О, красавчик! Четыре! Красавчик! Пять! Парни, прятаться! Шесть! Красавчик! Семь! Считает! Восемь! Молодец! Грудью до пола! Девять! Еще разок! Десять! Красавчик! Все, дай пяти! Один! Давай, все, прячемся! Двенадцать! Все, это знаешь, здесь каждый как скульптор. Оттачивает мастерство, оттачивает волю свою. 19. Тихо. Стенка тебе за что сделать? Стенка тебе что? С открытыми глазами. А, все, я понял, хорошо. А ты на ощупь. Все. 21. Так. 22. Ты им как этим, да? Куранты отбиваешь. 22. Тихо. Не чисти. 28. Не чисти. Да что ж ты быстрее хочешь, да, закончить? 30. Вот. Я иду искать. Погоди, кто не спрятался, я не виноват. Кто? Не виноват. Крути биту, сказал Семен и пошел. Я Не, Сема, положи биту. Семен! Бросил, ну ладно, давай. И мне приходится со всеми, понимаешь, как вот... Ну, как с детьми. Но я позиционирую как старший брат. Не как учитель, я вот родителям объясняю. Я учителей не хватает. Учителей, кто их там что-то заставляет или прочее. Мне надо выстроить с ними общение как старший брат. Старший... Со мной можно договориться, я очень строгий, но по-человечески. Сергей Юрьевич, здрасте. Они решили сегодня день пластуна устроить, прятки разведческие. Всех нашли, что ли, сразу? А что вы в одно место спрятались? Я не могу, я не могу считать. Вы все в один, ну пусть посчитают. Макар, так прятаться круче, Макар. Или ты хочешь ему помочь искать? До скольки? До 30 счет. Макар, окей, стоп! Парни, все, стоп, упор лежа принять. Даже я? Так ты сказал, окей. Опять. Он даже не заметил, упор лежа принять. Ты даже не заметил. Тогда. Смотри, до скольки считать? Тебе Семен говорит, до 30, я тебе говорю, до 30. Ты говоришь, окей, и начал бить. Поехали, упор лежа принять. Сколько раз? Нет, Илья. Упор лежа принять. И что? Сколько раз? 20 раз надо отжаться. Что? Ваня. Два. Федя. Три. Так. Четыре. Стоп. Упор лежа принять, парни. Хорош. Я семь. Упор лежа принять. По моей команде, пожалуйста, ребят. По моей команде. Стоп, успокойтесь. Один за всех и все за одного. Успокойтесь. На наших родных женщин посмотрели, улыбнулись. В каждой... Тетеньки, в каждой бабушке, в каждой девочке увидели маму, сестру. Все, улыбнулись спокойно. Раз, вниз, два, наверх. Приготовились. Раз, вниз, два, наверх. Готовы? Да. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Демьян. У вас ноги... Подкрыли, так сложнее. Так чуть-чуть потруднее. Таз, выпрямите, пожалуйста, парни. Я вот так. Раз вниз, два наверх. Раз, два. Пять раз. Раз, два. Не надо мне воню чинуть.
Демьян, Иван, отодвинь себя от них. Если вам что-то не нравится, отодвинься. Федюня, а ты носочки в следующий раз возьми, ладно? Мне он не нравится. Стоп, тихо. Иван, иди сюда, иди рядом с Семеном. Парни, стоим. Стоим. А сколько раз мы сделали? Я не знаю. Шесть. Шесть? Хорошо. Раз, вниз, два, наверх. Раз. Семь. Семь? Ну, семь, молодцы. Два. Восемь. Раз. Два. Девять. Иван, без колена. Средняя. Ты чё, 20 раз. Раз. Два. Все, счет возьмите, прячьтесь. Можно без океев, без океев. Я. Сергей Юрьевич, а ты что там? Не считай, что ладно там. Ну, хочешь световые палки? Да сейчас, иди на диван хоть присядь. Или тебе там лучше, что ли? Я сама крутая нычка, не сдавайте меня. Я боюсь не прятаться. Они здесь прятки, палки, а когда на тебя шкутере кататься? Сейчас, секунду. Секунду. Где брита? Молодец, молодец. Связку наточил. Вот то, что вот. Брита тебе не нужна. Я размышлял, да? Считай. Два, да, считай, он нас сегодня показал. Связку, уголочек. Раз. Ты молодец. Они даже так два, сегодня делал. Все. Три. Давай, четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Спокойно. Восемь. Не чисти, Федь, не чисти. Девять. И девять. И десять. Иван, ты прятаться не будешь? Давай связочку, красавчик. 13. Семен, ищи, ищи, ищи 13. Лучше. Ищи место. 14. 15. Вот Сергей Юрьевич с сыном занимается. 16. Это я вот еще раз 17, напоминаю, что у нас 18, родителям занятия безоплатно. 19, родителям, родственникам. 20, вот так вот, родственникам. 21, бабушка изболела. Ничего, 22, ничего. 23, у нас много 24, разных забавиц есть, помимо есть гимнастика. У нас и шахматы здесь 6, есть, и всякие 8, мячики нет, там. Нет, она издалека приехала. А, я 8, вообще просто сюда... 9, поэтому, 30, я понял. 30, а если секрет, а из какого далека? Луганск. А, я понял, все. Несколько месяцев у нас занимались, уехали в Белгород опять семья. Ребята занимались, еще потом, еще до этого занимались, год или два даже тоже, потом уехали обратно. Это, ну, с радостью принимаем на у нас здесь, вот не знаем, чем, вот мы делаем вот что-то такое, чтобы как-то нет, снять. В обычном режиме секция все работает, у нас, конечно... Еще не налажено. Да, я тебе могу, знаешь, такую сказать? Нас тоже сюда бомбили. Знаешь, да? Я была зимой, когда была в Николаеве, когда к нам прилетели. И причем все в магазин зашли, я слышу, что голос работал. Молчу. Ой, что, петарды. А я ей говорю, выходим уже весь город будет. Я ведь сразу по звуку сказала. Мы уже это все отличаем. А я приезжаю из Саратова и выхожу из такси, закрываю дверь и за гаражами прям бум. Я прям вот такую, как в кино, дверь такой бум. Я так не понял, думаю, что камера взорвалась какая-то. И там шиномонтаж, так бум. Ты честно тут проходишь, я там лежу. Ну и тоже. А прежде чем приехать, мне же позвонили. Новости сообщили там на аэродром. Я. Не кричите, парни, не кричите, пожалуйста. Макар, считаешь, считай. Раз. Не кричи. Два. Закрытыми глазами. Не, ну он спиной к вам повернулся, что-то. Четыре. Может быть, он глаза просто не закрыл, чтобы не переживать. Семь. Восемь. Да. Десять. Не чисти, не чисти, Макар, не чисти, не чисти. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Делай сальто, Иван, в своем режиме делай. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Не чисти. Двадцать. Не чисти. Двадцать один. Дай возможность ребятам запрятаться. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четыре. 25. Кто не спрятался, я не виноват. Спокойно. Вот постарайся, да, дать возможность, поищи самых, кто трудных спрятался. Дай другим возможность думать, что они спрятались хорошо. По чутью, интуиция пусть тебя выведет. Давление подсказывает. Что за нычку? А, ты думаешь, там кто-то прям сидит и тебе... А, о, Федюнька там, да? Никого. А, Семен, ты что ли? Сем,
Ну ты чё ж, не догадался, что он тебя сразу там искать пойдет? Сразу? Надо было куда-нибудь закапываться, куда-нибудь уж там, за стол сейчас прятаться, проверим, что ли. Здравствуйте. А что тут у нас тут шокается, как ежик? Что у нас тут шокается, как ежик? Кто там шокается? Так, ребят, ребята, пожалуйста, внимание, у нас на все про все, я вам еще 10 минуточек даю, сейчас убираем маты, я включаю световые палки, 5 минут показываете шоу, световые палки, гироскутеры, убирайте маты, все, время световых палок. А что ты будешь в прятки сам с собой играть? Иван. Молодец, Вань, молодец. Да, убирайте маты, пожалуйста, парни, пожалуйста. А никто не хочет. А что ты, Семен, сам с собой будешь? Ну-ка, ребят, помогите, пожалуйста, маты убрать. Ну, знаете, помогите маты убрать. Надеюсь. Семья. Скажи, пожалуйста, в субботу приедете, на третий этап соревнований проведем, давай с подарками, со всеми делами. Давай. Просто, чтобы батя тоже поучаствовал. Я не нашел достойную компанию потягаться. Демьян, а ты будешь приезжать помогать им. Мы тоже взрослые. Сойдемся, мы равны. Давай. Сейчас я мат. Мат, куда? Куда белый мат? Его самый последний. Короче, вы тут сильные подтягивали на разные. Здравствуйте, парни, поздоровайтесь. Смотрите, первый. Желаю высокий подтягивание. Все, идете? Так, ребят, ну-ка, Иван, стоп. Тоже все? Все, мамки собрались, все. Стоп. Мама, дайте им одну минуту, чтобы они маты постелились. Да? Давай, побежали. Сейчас я все подключу, успокойтесь. Все, постелите маты. Одну минуту. Сейчас, секунду, успокойся. Первое, высокий подтягивание, прям вот туда вытягивайте. Прям максимально выше. Потом следующий этап. Да, следующий этап закидываешь локоть. Да, но сейчас пока... А потом просто одновременно вот этот импульс, бук, локоть. Все. И потом третья стадия – это отжимание. Сейчас. Так, кто световые палки? Змея. Обещал. Макс, ты нравишься? В субботу третий этап. Помоги маты вести. Просто в субботу третий этап соревнований. Это как раз мы соревнования, три этапа из них, чтобы не соревновать. Собираемся со всеми делами, там с четырех и видов упора. Вы дальше смотрите. Кто там еще прячется? Да никто там не прячется, я там один. В общем, это, сударыня, смотрите все. Ребят, что твой вечер не делал? Получится, если хоть 2 часа, что в конце. Ну, бросили одного. Спасибо, что ждали. Меня. Ребенок бросили одного. Блин, да. Ему он помогает. Так сразу не шокированы были на русском. Я поддерживаю Семена. Я тоже много ничего не беру. Но поддержка. Я сейчас беру поддержку. Там уже положи. Все четко. Все спокойно. Все красиво. Напишем, подпишем. Порадуемся. Ну, прямо ты хочешь сказать, медаль шоколадные дадут. Или надо настать. Не, мы можем сделать медаль, прям так, медаль. То есть я у нас есть выклад специально. А в субботу утром еще что? Да почему утром, Таис? У нас 3-4 часов дня. Давай. Так, быстренько, маты, сейчас я рассмотрю, я все подключу. Спокойно, парни, все. Мамки здесь, папки здесь, спокойно. Иван. Федя, сейчас все достану, спокойно. Отпусти, помоги. Все, палка будешь пытаться следить? Мама разрешила одну минуту, бери. Так, сейчас, секунду. Мать, помоги отнести, пожалуйста. Руки, ноги, аккуратно. Молодец!
А класс не отменяет. А любой. О, угадала, да. Давай. Маме показывай. Да, я уже показала. Показал уже? Семен, смотри. Я не умею. Я не расплюсь. Вот так. Давайте весь свет выключим. Сейчас, погоди. Я тоже так хочу. Я тоже так хочу. Надо, конечно же. А можно мне ее убудут? Сейчас, погоди, двойную, тройную. Сейчас все будет спокойно. А что если... Я удался. Вы же хотели в прятки играть сначала, да? Только никто не хочет. Я на гироскутере. А, вы как, не уместитесь вдвоем? Да, по очереди. Да, сейчас, погоди, сейчас. Держи покрутил, молодец. Ты полетел? Я тебе... Да, блин, стой, я сейчас тоже буду громовым. А что, передай, ну да, впереди. Я не хочу. Впереди. Да, до свидания. До свидания. Я громовым с тобой буду. Мам, смотри, ты играешь. Иван, хочешь второй взять? Чей, дай ему второй палку. Вот, смотри, я громовой. Только пока не соединяй. Двумя, покрути просто двумя. До свидания. Семен, ты все забрал? Нет, ты лучше хочешь. Да, все взял. А, все, 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 всего доброго, до свидания. Свет надо подержать, чтобы он два раза моргнул. Я тебе не меч, а два раза моргнула кнопочка. Можно я первым? Макар, Макар, сейчас, стоп, Федя погодите. Торопится, уступи Феде. Стоп. Я вообще ничего не думаю, да? Поработай, а мы сидим, мечом. А мы сидим и не торопимся, поэтому поработай мечом. Вот интересно, вот так вот. Я поэтому тебе и сказала. О, уступи. Там только аккуратно, Макар. Не задевайте. Макар. Сам сможешь? Нет. Давай ты будешь... Так, на, порази маму. Не, не порази, удиви маму или бабушку. Двумя палками покрути. Нет, рабочий-то не надо. Одевать. Давай, раз, два, три, встаем. Ровненько, спинку. Ты кем будешь? Тихо, 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 спинку, ровненько. Ровненько. Классно, я уже понял, как двоим. Молодец, да. Тут чем красным и зеленым. Нормально. Демьян. Ой, отставим, Демьян. Макар, пока не соединяй, накрути обратно, пожалуйста. Пока не соединяй, сейчас я помогу. Клапан сверху накрутил. Я соединил. Клапан, клапан убери. Давай. Я соединю. Тебе помочь? Нет, давай. Я сейчас соединю. Ну, мама, ты устала, все мамы устали, бать устали. Ну, это что, парень? Это вам веселуха, да? А взрослых тяжело понять. Парни, можно фехтовать, друг друга бить не надо, пожалуйста. Они специально для фехтования. Нет, специально так. Нет, сломать можно все, даже железку, да. Я родителей в этом плане поддерживаю. Но они вам не зря говорят, они могут треснуть, и осколок отлетит в вас. А это будет, ну, больновато. Давай, спинку прямо, Осаночку, мама смотрит. Осаночку, да, молодец. Мега подсветка. Давай, 30 секунд сам на себя отчет возьми, ладно? В субботу, если получится, прийти подольше покатайся, потому что после тебя кто-то должен тоже покататься, правильно? Угу. Давай. Сам сделаешь? Сам сможешь, да? Молодец. Ты что, помочь тебе, брат? А? Я, говорит, сам су сам, да? Давай помогу. Сделайте мне твои ели. Она еле подсоединяется, конечно. Вань, давай бутылочку. Я не в ту сторону? Нет, все в ту, просто здесь, так как... резьба, знаешь, иногда бывает, накручивают что-нибудь там, ударяются и прочее, прочее. Смотри, надо как бы в верных руках несоединимые соединиться. Держи. Все, аккуратно. Так, давай, любимым женщинам показывай, что можешь делать. Демьян, правильно соединять? Если получится, Сергей Геннадьевич, в субботу к вечеру, тогда, к концу тренировки. Да, у нас будет, мы даже до 9 сделаем специально. Что, двойную соединяем? Я могу соединять. Нет? Я не хочу. А, ну вот сейчас ты не раскрутили. Так. Я не хочу. Федюй. Все, все, ходи. Все, давай, сдавай другому. Гироскутер, кто там хотел кататься. Аккуратно, слезай. Ножки слез, раз, два. Я не могу. Сам. Давай, ручка, давай. Раз, два, шаг вниз. Молодец. Все, дай пятюньку. Макар, Макар, подними. Молодчик. Все, Макарыч. Давай с Макаром тоже. Все, Сергей Геннадьевич, мы погнали тоже. Все, я просто сегодня и с приматами общался, и с воркаут-зоной общался, и со всеми общался. Потом родительницам все расскажу, очень много интересного. Очень много всего интересного. Все обвиняют Илью Кузнецова. Все говорят, что он плохой, никто на себя не хочет вину. Ну, я про примата. Никто не хочет на себя вину. Да какой он плохой? Это просто сама система такая. Да. О, все. Сейчас у каждого...
У каждого есть желание денег заработать, просто каким путем это все делается. Аккуратненько спинку прямо пошире. Так, Серега, на завтра. Четырем, да? А? Завтра не знаю пока. В субботу к четырем, завтра все по плану. Демьян. Скорее всего, до субботы. Мы это, давайте готовимся к кулачным боям. Не с ним вдвоем, а в будущем. Ты давай, ты его тренируй, и что, не надо, в ладошки с ним играть. Все, Наталья Сергеевна, не переживай, я шучу. Не переживай. Все, Демьян, все забрал. Давай пятюню. Чуть-чуть даже понимал. Молодец. Все хорошо? Точно? Все хорошо? Нет, связки крутая. Я спать его садил. Я уже придел, связки смогут. Ты просто зелен, да, ты зелен. Это кнопка, папа. Ну это кнопка, просто опять вот эти. А ты. Сергей Геннадьевич. Да? Молодец. Друзья, погнали, все. Все, Демьян, все, всем машу рукой нам. Красавчик, все, до свидания. Разворотик. Разворот, поворот. Аккуратно, вперед, мол, тихо, ручку, давай, держи спинку, не кривись спинку прямо, не кривись. Стоп, тихо, стоп, остановись. Вырви, спокойно, чувствуй себя уверенно, спокойно. Скривился. Во, все спокойненько, конечно. А руками можешь помогать, так, по-разному, да, спокойненько. Рывок резко не делай, сдай назад, тебе надо чуть назад наклониться, смелее, да, он сам поедет, да, не переживай, наклоняйся назад, конечно. Там потом, если что, в интернете посмотри, что такое гироскоп, и на основании чего гироскоп. У него есть от старшего брата. А, ну тем более, аккуратно. Нет, но только он еще не привезен. Но он говорил, да, или он, или тот ребят говорит, вот мне типа скоро будет. Я ребят, скоро говорю, привезем. Не просите, чтобы купили. Есть все в клубе. Что надо, мы найдем. Не надо родителей просить, чтобы что-то купили. Если надо, мы организуем, чтобы вы попробовали, там поучились. Аккуратно. Не торопись. А сейчас покатайся по кругу, там восьмерочка какие-нибудь поделай. Не рви вот так. Не рви. Резко не надо. Спокойно, да, спокойно. Чуть-чуть. У тебя левая нога кривовато стоит. Выровни ножку левую. Оп! Да, слез, нормально. Давай. Ножку правую, ножку левую. Раз, два, три. Одинаково ставим. Все. Спокойно. Так, я палку разбираю, тебе не надо двойную? Так. Или ты будешь как настоящая с мамкой с фоткой, да? Как настоящий джедай, да, тихо? Смотрите, так, мы выступали, мы ездили на этом, крутили. У меня сестра... Платье было длинным, ну как это, знаешь, как полет как будто бы был. Да, аккуратно, красавчик. Назад сможешь сам поехать? Назад, вперед. Поделай так, а мама видео поснимает, да. Что за стопать? Так хорошо, что вот когда крутишь, тогда и спина работает. И вот здесь, хорошо, что заметил, обратил внимание, мы пытаемся гимнастика, аккуратно, тихо, опа. Мы пытаемся... Все. Че, все? А? Не отступать, не сдаваться? Палку забираю, да, когда едешь сам. Новые нейронные связи создаются. То есть фактически новые нервные клетки. А что такого страшного самому слезть с него? Ничего, ты можешь сам встать, если я не знаю, что ты переживаешь. А сам. Опору мы ищем. А все самого получается. Молодец, тихо. Не надо сосредотачиваться на спокойно. Вот ты когда крутил палки, ты вообще не задумывался. Отвлечен был, да. Поэтому не надо думать о том, что ты. Спокойно. И резких движений не надо. Обращай внимание, что происходит, где ты находишься, надо знать место. Да что он крутится? А потому что ты подкручиваешь. Ты подкручиваешь, обрати внимание на твое. Опа, смотри, давай, преграда маленькая, так, справился. Попробуй восьмерку нам нарисовать, поехали по восьмерочке. Цифру 8 сможешь нарисовать? Вот на полу. Ну вот, давай. Визуально как представь едешь, восьмерку, да. И ты едешь по восьмерке. Так, тебе, чтобы докрутить, тебе надо одну пятку вниз, а другую носочек наверх. Вот, вперед надавить. Вот давай, допустим, сюда, тихо. Теперь едем раз. Вперед. Так, сейчас надо вот так и заворачивать налево. Сейчас надо налево заворачивать. Давай. Ну заворачивай, давай, как бы я тебе. Вот, допустим, да. Это вниз, а правую ногу пячку вперед. Либо наоборот пробуй. Ну, еще тяжело на мягком полу. Здесь не самая суперская поверхность, он утопает, да.
хоть и колеса эти подкачиваются, но... Вот так вот? Так. Вправо поедем? Так. Вот. Ой. Опа, поверни. А я-то поверни, ты же рулевой, я-то что? Вот именно. Ты же... Всё, значит, нарисовал. Ну, да.